Долгими зимними вечерами распаковываем посылочки от братьев-китайцев и любуемся, что они нам тут понаслали. Камеры приехали. 18, 21, 14, 17 разной толщины. И рули приехали. И GP Twin Wall, это который, возможно, самый лучший китайский руль. Копия Rental Twin Wall. Понятно, что этот руль хуже Рентала в несколько раз, но из Китая, скорее всего, это самое топовое, что есть на данный момент. Он двухслойный, тоже труба в трубе. Это на внутренняя труба, вот она наружная труба. Бывают они с перемычкой, такие стоят дороже, и просто без перемычки. Такие стоят дешевле. Такие еще простенькие рули тоже приехали. Ирод. Ирод окаянный. Что еще? Немного инструмента. Съемники генератора. Щупы для регулировки клапанов. Неплохой набор. Тут точность от 0,02 до 1 мм. 0,02, 0,03, 0,04. До 0,10 идет шаг 0,01. Достаточно точный. Вот, еще не ломайка легкого выжима. И GP. Обманываю, не легкого выжима, просто не ломайка. Там одно отверстие под бабушку тросика. Ну, у меня такая стоит. Немножко звезд приехало. И все, вот такие рычаги сцепления тормоза. Простенькие, но по сравнению с дешевыми самыми, они сделаны покачественней. Посерьезнее чуть тут. Толщина ручки помощнее, так сказать. Фум-ленту сюда, если еще подмотать, будет достаточно неплохо. Звезды, колодки и немножко китайской резины. Еще пару масок.